Привет, привет! Мы сегодня в гостях у Алисы Егора. Мы на канале в гостях у Алисы Егора, да. Я сегодня открываю пони Ильи. Да, сегодня Алиса будет играться, распаковывать с игрушкой. Как называется игрушка? Лили. My Little Pony. Малышка, озорная хохотушка Лили. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что это за игрушка. Посмотрим, как она выглядит. Так. Что тут вот игрушка? My Little Pony называется. Да, это из серии, Hasbro. Да, я называется смотрела, малышка. Мультики. Да. My Little Pony на телефоне. Давай, на телевизоре. Да, Алиса смотрела. Ну-ка, давай. Она там говорит по-русски. Давай посмотрим, что там еще дальше написано. Время повеселиться. Пощекоти малышку, озорную хохотушку Лили. Когда ты прикоснешься к ее животику, она весело захихикает от щекотки. Она очень любит играть и веселиться. Вот какая хохотушка. Ну давай будем ее распечатывать. Я буду не отрезать сама скотч. Ну давай, отрезай сама скотч. Вот скотч. Отрезай его и распечатывай. Алиса сама хочет распечатать у нас. Получается? Ну давай, давай, не торопись. Или помочь тебе? Помочь. Ну давай, давай, можно. А я девочку буду сама отрезать. Да, а пони уже так хочет из коробочки выйти. Она уже там прыгает, поет песенку. И хочет, чтобы Алиса уже с ней поиграла и пощекотала ее животик, да? Ой, что-то. Так, здесь открыли. И здесь еще. Она говорит, что очень боится щекотки. Сейчас мы проверим, да? Ну-ка, давай распечатываем. Давай, ну открывай. Алиса, открывай. Я там веревочки. Веревочки? Ну давай, вытаскивай, а потом веревочки откроем, развяжем, то есть. И выпустим пони на свободу, чтобы Алиса могла поиграться. Вытаскивается? Нет. Нет? Ну давай, я тебе помогу тогда. Будем вытаскивать пони. Там оранжевый, а там белый. Ага. Так. Как она не вылазит? Ну-ка, с этой стороны. Запаковали пони, как, да? Да. Так, люди так ее выпустили, пони. Вот так, мы ее сейчас... Опа! Давай быстрее вылазь, уже Алиса хочет с тобой поиграться, да? Есть погремушка и бутылка даже. Да? Да, ты не хочешь. Да что ты? Не хочет она никак вылазить. Что такое? Что такое? Это же ее. Ой. О, все, вылезла. Так. Давай, будем отвязывать. Что тут? Давай сейчас будем отвязывать. Сейчас я отрежу. Так. Раз. Потом дальше. Садись. Ну давай, на, ты. Алисе уже не терпится поиграться с игрушкой со своей, да? Так, а тут какие-то еще инструкции. Здесь коробочки. Сейчас почитаем, пока Алиса... А, тут показано, она работает на батарейках, что тут три батарейки нужно. Ну, инструкции тут на разных языках. Давай папа тебе поможет. Помоги. Давай. Давай поиграем. Да. Пощекотим мой животик. Сейчас пощекотим. Так. Давай. И здесь. Ой, как же. Подожди, подожди. Сейчас мы ее отпустим на свободу, да? Да. Так. Ну и иголка отвязана. Отвязана? Да. Так. Ой, на липучке на волосы. Смотри. Так. И так. Ну-ка. Ой, там на волосах липучка. Ну-ка, бери. Все, освободили мы ее? Да. Ну-ка, давай. Липучки. Липучки? Да. Ой, здорово как.
Ну-ка, показывай. Ой, какая игрушка классная, да? А ну-ка, пощекоти ее. Я очень боюсь щекотки. Ой, она говорит, что очень боится щекотки. Да? Давай играть с твоими погремушками. Она хочет, чтобы ты погремушки ей дала. Так. Здорово. Алиса, да, Алиса погремушки пони дает, да? Оп, давай играть с твоей погремушкой. Ой, здорово. А что там еще в бутылочке? Шарики. Шарики? Да. Ну-ка давай посмотрим, что это за шарики такие. Давай. Это... А это, наверное, чтобы она пила, да, это ее поить. Или это погремушки такие? Нет, это поить. Поить? Ну, попои ее, потому что она, наверное, с магазина пить захотела. Ее там покормили давно уже и попоили. А она уже сейчас опять пить хочет, да? Да. Ну что, пьет? Да. Надо мне отлепить липучку от волоса. А, липучку? Да. Что это? Это липучка такая. Давай посмотрим, что это за липучка такая. Это у нее волосики так запечатаны, да? Да. Так, а как это сделать? А, вот. Сейчас мы, хопа. Ее можно причесывать, да? Смотри, какие волосики красивые. Какого цвета волосики? Pink и purple. Ну ты по-русски говори. Pink, purple. Ну говори, розовый и фиолетовый. Да, и вот Алиса поет ее, да? А вот классная какая погремушка, да, у пони? А как ее зовут-то? Озорная хохотушка Лили, да? Да, Лили. Я ее пою. Ты ее... Ой, она пить захотела, да? Ну-ка покажи нам ее еще раз. Давай посмотрим, какая она... Щекотки боится. Какое у нее красивое платьишко, да? Розовое. А это что у нее? Вот это рог? Да, рог. Стоп. Волшебный рог такой, да? Да, она боится всех. Ой. Монстров. Она боится всех монстров. Боится всех монстров? Да, и она вот так, вот этими штучками, еще монстрами, вот так защищает все пони. А, защищает всех пони, да? Да, и вот так. Я очень боюсь щекотки. Щекотки боится. Ты ее щекотишь? Алиса щекотит пони, озорную хохотушку Лили, да? Но у нее есть отключатель вот. Отключатель там даже есть? Ну-ка. Да. Ты ее отключить что ли хочешь? А она с тобой поиграться хочет. Нет. Ну-ка пощекоти ее еще раз. О, смотри, поползла. Ой, какая прикольная. Ой. Давай поиграем. Вот так. Держи погремушку, которая упала. Я хотел ее выключить. Да? А зачем? Поиграй. Тебе нравится эта игрушка? Озорная хохотушка, да? Да. Она даже ползает. Она даже ползает? Да. Ну-ка покажи, как она ползает. Сейчас посмотрим, как она ползает, да? Ну-ка. Я очень боюсь щекотки. Ой, Алиса щекотит ее, да? Ну-ка покажи, как она ползает. Вот так вот ползает. Вот она и попкой шевелит, да? Ну-ка давай посмотрим, как она попкой шевелит. Ну-ка. Ой, какая озорная хохотушка. Что она умеет делать? Она еще умеет и ползать, и попкой крутить, да? Ну-ка. Давай поиграем. Я хочу ее выключить. Пощекоти мой животик. Пощекоти животик. Ой, смотри, она и головкой виляет, да? А она разве выключается? Да. Ну-ка, давай посмотрим. Давай я посмотрю. Нет, Алиса, там батарейки вставляются. А она, наверное, не выключается. Она не хочет, чтобы ее выключали. Она хочет играть с маленькими девочками. Она хочет с Алисой играть, да? И в да, ей в магазине очень скучно было на полочке стоять в коробочке. И теперь она нашла подружку себе, Алису, девочку, да? И Алиса будет с ней играть.
ручки не хочет опускаться. Ручки не хочет опускать, так ты ее посади. Она хочет сидеть, наверное, да? Ой, она захотела пить. Давай играть с моей погремушкой. А вот смотри еще, Алиса, друзья маленькие пришли. Ну-ка, посмотри. Маленькие друзья к пони пришли. Это ее подружка, как она. Да, это ее подружки маленькие, тоже пони. Ну-ка, покажи нам, покажи. Покажи, какие пони. Вот еще пони. А эту пони как зовут? Лаичи. Как? Лаичи. Да? Ну давай еще показывай. Да какие пони. Там еще игрушки пришли? Это кто? Не знаю, кто это. Не знаешь? Ну тоже пони какая-то, да? Да, какой-то не очень. Оранжевая какая-то пони, да? Да, и желтая какая-то. И желтая? Ну-ка давай показывай еще, какие там пони есть. Это не она. Это не она? Только вот это только она. Ну-ка покажи. Покажи еще, где, какие еще пони пришли в гости. Лалити. Лалити. А это она, да? Да. Желтая, это как она. Да, точно. Еще кто там пришел в гости? Магазин Лалити, это Буваджи. Да? Да. Ну давай показывай я еще игрушки. Я хотела ей купить подушку. Еще бы не подушку хотела не купить. Да? Да. Она расстроится, кажется. Расстроится? Ну-ка давай еще показывай, кто там еще это в гости пришел она. К Поле. Это не она. Не она? Давай еще показывай, кто к Поле Лили в гости пришел? Ламбандес. Ламбандес это что такое? Это Л-Б-Д-С. О, ясно. Как а еще кто? Это не она. Это тоже не она? Mm-mm. А еще кто пришел? Это кто такой? Ой, еще какая-то пони пришел. Пришла. Да? За пони. Ну давай, ставь рядом. Они будут вместе дружить, играть. Это научку. Ой-ой-ой. С погремушками пони захотела поиграться, да? Вот так. Ой, упа. Щекотки боится пони наши, да? Давай играть. Ты животик ей щекочешь? Я не одеваю погремушку. Погремушку одеваешь? А, ты на другую ручку погремушку решила одеть, да? Ты животик опять щекочешь? Я очень боюсь щекотки. А Алиса боится щекотки? Mm-mm. Нет? Не боится? Не люблю. Не любишь? Наверное, боишься тоже щекотки. Mm-mm. Нет? Не люблю. Не любишь? Какая озорная катушка Лили, да? Так и хочет играть. Поползла. Щекотно. Щекотно, говорит. У нее есть такой памперс. Памперс там? Да, как будто у нее памперс. О, это, наверное, трусики у нее. Не, это у нее шортики такие, юбочка. Ну тебе нравится твоя новая подружка Лили? Да. Пони Лили, да? Вы будете теперь дружить с ней? Я очень боюсь щекотки. Она какая-то толстая. Толстая? Да. Но она хорошо кушала, наверное. Она опять поползла, да? Ой, она говорит, что ей весело с Алисой, да? Она так долго скучала в магазине, на полке стояла в коробочке, а теперь нашла свою подружку, Алису, да? Да. И теперь ей очень весело. Да, не в магазинке было скучно сидеть. В магазинке, конечно, скучно, потому что она сидела взаперти в коробочке своей. Да. И она хотела, чтобы ей девочка ее какая-то нашла. И стала ее подружкой, да? И Алиса стала подружкой пони Лили, да? Ой, как она радуется, да? И Алиса радуется у нас. Ой, и ползает. Она очень боится. Ну-ка посади ее, пускай она посидит.
Вот она какая. Давай играть с моей погремушкой. А? С погремушкой опять захотела играть. Давай поиграем. Давай быстрей. А то будем. На другую ручку. Животик хочешь, чтобы она пощекотила? Чтобы Алиса пощекотила животик, да? Я очень боюсь. Надо снять ней погремушку и щекотить. А, ты ее так хочешь пощекотить? Давай поиграем. Ой, Алиса обнимает свою пони, да? Ты так любишь свою новую игрушку? Да? Да. Давай играть с моей погремушкой. Малыша пони, малыша пони. В мире так много веселей и радости. А у Костелька у нас есть бульдог какой-то. Она с другой крышкой. Да? Да. Только они такие смешные крышки какие-то. Ой, здорово. Ой. А у него есть какие-то еще подружки у этого пони, да? Да. Наверное, ей тоже нужно таких подружек найти, да? Да, вот этих. Вот таких, да? Да. А они бывают такие? Да. Только разные, да? Да. Ну мы тогда их найдем? Да. И составим ей компанию, да? Да, на полу. Чтобы ей не было скучно, да? Да. Надо мне еще ламандес, лайки, вот такая. Пинки Пай, Ламандеш, вот такая. Ну все здорово, значит мы будем искать ей подружек, да? Да. Чтобы ей было весело играть. Да, только мы ложим все пони вот сюда, на пол. Хорошо. Да, но на столике будет мало места. Ну да, ну пока места хватает, а когда будет мало места, тогда разложим на пол. Да. Да? Да, чтобы все пели. Чтобы все пели. Они все умеют петь? Да. Да? Да, вот так. Я очень боюсь. Вот так они любят. Вот так они любят? Да. Они вот так вот. У них такие ушки. Вот таких вот. Вот этих жуков у этих есть и у этой. Да? Да, и у этой. Замечательно. Надо мне всех подружек купить. Всех подружек? Да. Мы найдем всех подружек. Да. Ну что, всем говорим пока-пока? Пока-пока. Да, подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. А Алиса будет дальше играть со своей новой игрушкой. Пони. My Little Pony. Как ее зовут? Лили. Лили. Пока-пока.